Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о самых интересных каналах со спутников Belintersat 1, это 51 градус, Turkmen Alem 52 градус и Express AM6 53 градус. Я вам покажу, какие здесь есть интересные каналы, что можно смотреть на этих спутниках. Если есть кодированные каналы в кодировке BIS, обязательно скажу вам BIS ключик. Ну и поехали, но прежде чем начать смотреть видео, поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать мой канал, подпишитесь и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, потому что будет очень много интересного, так что поехали! Итак, начинаем мы со спутника Belintersat 1, 51 градус. Первая интересная частота это 11290H, скорость потока 44990. Здесь идет спортивный канал Sport 5. Также идет музыкальный канал TV Rebel. И на частоте 11350H, скорость потока 45000, идет ВТБ Беларусь в формате HD. Он кодирован в кодировке BIS, поэтому есть BIS-ключик. ID канала А, ключик очень простенький. 11111133111111133. Следующий спутник, о котором мы поговорим, это Turkmen Alem, или еще на него говорят Monacosat. Это 52 градус. Это туркменский канал. Не канал, а спутник. Здесь есть частота 12226V, скорость потока 2800. Идет канал Turkmen Hemrasi. Это промо-канал туркменского пакета. Еще одна интересная частота это 12264V, скорость потока 27500. Здесь идет канал Turkmenistan TV в формате HD. Также на этой частоте идет Altin Usur в формате HD. Также идет канал Yuslik HD. Также на этой частоте идет Meros в формате HD. Следующий канал идет на частоте 12303V, скорость потока 27500. Этот канал называется Ashkhabad TV, тоже в формате HD. Также на этой частоте идет канал Turkmen Ovazay в формате HD. Принимают спутники, конечно. А также еще на этой частоте идет Turkmenistan Sport в формате HD. Поэтому с этого спутника можете принимать эти каналы. Ну и еще один спутник. Здесь, конечно, не очень много каналов, но они есть. Это Express 53 градус. Это, ну, раньше он был более развинутый, более популярный спутник, а сейчас там осталась такая пару частот очень интересных. Ну, одна из этих частот это 10974H, скорость потока 48500. Здесь идет областной канал Самарское Губенское ТВ. И, ну, еще одна частота 11161V, скорость потока 21-21. Идет канал Вестник Надыма, он идет в формате MP4. DVB-S. Вот такие спутники. Каналов не очень много. В следующем видео будет очень интересный спутник Yamal 402 55 градус. Там уже очень много каналов. Я этот спутник многим уже советую, так что дождитесь следующего видео. Оно выйдет в ближайший четверг. И там очень расскажу об этом спутнике. Там очень много интересных каналов. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И до новых встреч. И всем пока-пока. Спасибо за просмотр.